Ассаламу алейкум, эфирде хабарлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова, Чалышымды, шындыкты дакыга бөлем, улемат. Ичкі қасабасының сәкенлеріне мескен елде туу үшін сертификатлар берілді. Радуга талантов адлы хайри акциясының тешкелетшілары насыл программаны нумайыш еттілер. Ахмеджетте арабачықлардаки теннисчилері үшін қапалы корт. Паралимпик теннис клубының ұштыракчилері Девлет Думами бұсы Руслан Балбекнің қабулына идманлар кечірлевы үшін ер айырмақ режасынен келділер. Халқара ярышларының ұштыракчилері елда 12 ай идманлар кечірмеге істейлер. Қышлы хайзлар олар үшін маня олмамазлығы үшін әсі қапалы корт керек. В составе 10 человек мы все занимаемся, все у нас на колясках, занимаемся теннисом, это большой теннис. На протяжении полутора лет уже занимаемся, вот в неделю по 3 раза у нас тренировки проходят. Вот благодаря еще поддержке Руслана Исмаиловича мы в этом году попали на международный чемпионат, который проходил в Москве. Қабулға 10-ға яқын адам келді, әсас меселер топырақ дамарталары ресмелештіріліване айтеда. Яңы корт суалыны ме бұл шақсене заретіне алды. Вопрос предоставления закрытых кортов для возможности тренировок сегодня был отработан с Министерством спорта. Для координации будет включена в данную работу и администрация города Симферополя. Рассматриваются два предполагаемых спортзала. Это на Гурзувской и наш спортзал «Локомотив». Қырым татарлар топло жаған ерлерінің абадымлаштыру меселелері топырақ дамарталарының елде тілуі ве мили қырманларға беделер ерлештірілуі. Бұл ведегер соларыны Девлет Милетлер Ара комитетінің рейсі Альберт Кангеев кезлер сәкенлерінен музекере етті. Бұл мевзуның девамы бұзым левхамызда. Девлет Милетлерара комитетінің рейсі Альберт Кангеев иш зәретіні гражданлар қабулындан башлады. Валентина Кибич топырақ меселесінен келді. Шымды қадын яшаған ер оның вифат еткен омыр арқадашына ресмелештірілген айта. Енді қадын весіқалардың насыл етіп өзіне кечірмеге білмей. Я поручу юридической группе проконсультировать вас в полной мере. Найдем правовой путь, каким образом за вами его закрепить. Айсабай микрорайонда тост тешкілятын рейсі Ақтем Қарабаш Джамин құрылығы меселесі бойынша мұраджат әтті. Меске массивде 200-ден зияде топырақ дамартасы бар. Альберт Кангиев қайдеткені көре бұл суал бойынша қарар қырым мұсульмандарының дини дәресінен бәрәберлікте чықарылажақ. Мы за свой счет сделали схему земли, СРЗУ, схему размещения земельного участка, то есть она подготовлена, весь пакет документов подали. Бұндан соң план бойынша қырым татарлар топлы яшаған ерлерге етіп барылды. Исмаил Бей микрорайонда Девлет Милетлер Ара комитетінің рейсі йолар құрылжылына қиымет кесті. Бұл үш федераль мақсадлы программа бойынша бежірілі. Альберт Кангиев Девлет мөсіселерінің векілері ве тыш қызметшілерінен көрішті. Тыш қызметші чешкілятіні малюматларына көре бұл елінің соңнажы Исмаил Бей ве Спутник 1 микрорайонларында бірінші невбетеке йолар құрылжылығынен бағлы ішлер екілінмек керек. По этому контракту у нас здесь 9 участков, 9 улиц. Значит, верхний слой был уложен на двух улицах Хаметазин Башлы и Хаджи Давлетгерея. Альберт Кангиев кезлев мамретінің елбашшысы Роман Тиханчукнен де көрішті. Олар шерінің мұйым іштимай меселеріні ве федерал мақсадлы программа объектлерінің құрылжылық кедішатыны музакере еттілер. Нәжес Айвар, Саминаев, Рафаэль Вахидов, Милет үшін. Абхазиядан келген ет Красный адлы концлагерінің қырымдаке жғайл құрбанларының мемориал комплексіна зерет атты. Олар беде атешке гулер қойдылар ве епселе қолғанларының қатырасына сукунет дықасынен аңдылар. Сонра музейге кірділер ве ұлы ватан женкінің бақыларыны айдынлатқан весіқалы фильмні сейреттілер. Это же все страницы нашей истории. Пускай она была трагична, но это все те события, которые пережил наш народ. И вы знаете, в ту пору, когда была одна большая страна, Советский Союз, когда мы не разделяли друг друга на государства, мы все жили одной большой семьей, и наши деды, когда пришла беда, они все как один встали на защиту своей большой родины. Вот. И поэтому то, что, конечно, мы увидели здесь сегодня, оно очень впечатлило, и те рассказы, и те картины, фотографии, которые мы увидели, конечно же, дают повод задуматься над тем, чтобы, не дай бог, было бы повторение тех событий.
Абхазия еті Қырымға декабрінің 13-інде келді. Олар Ярмаданин бақты змекні назарда тұттылар. Мұсафырлер жүмкүриетінің башынын құрыштылар. Варанцов ве Левадия сарайларыны зері тұттылар. Емде Ялта шыр мемуретінен құныштылар. Екі жүмкүриетінің планларында туристик саасынын кешаф еттірмектір. Яңа елық квартира. Ичкі қазыбасының цекенлеріне мескен елде әтувычуын сертификатлар берілді. Қырым жүмкүриетінің девлет программасы чертевесінде реабилитация тілген гражданларға әр ел мескен сатын алына. Район цекенлері үшін Қуваншылы вақы ақында бұзым Невбет Екелев қамызда. Ичкі районының сәкенлері үшін Қуваншылы вақия оларға сертификатлар беріле. Енді олардың шақси квартиралары олажақ. Эдия Ибраимова 40 жыл балаларынан берілікті кираға алынған квартираларда күн кешірді. Экобет 9-ші сенесі мескен Алуф Невбетіне тұрды. Енді беклевлер эпосы кечмішке далды. Оның өз көшесі олажақ. Это квартира, ну, однокомнатная, хорошая, в заветном, со всеми условиями, там, со всеми этими. Я очень рада. Спасибо, что дали. Четтіл тілері ожасы Лелесит Муратова весіғаларыны 2014-ші сенесі тапшырды. Бір қачылық беклевден сон оның ве омир арқадашының арзусы керчеклешті. Я очень благодарна, что наше государство, правительство проявляет заботу о своих гражданах. Хрымдан сүргін олынған халқлар абдымлаштырылығы бойынша бөлікнің мудиры Далер Якубов қайтеткеніні кабу умумен 4 ел деуамында девлет ічкі районының сәкенлеріне 28 объект сатын алынывы ічін субсидия айырды. По программе укрепления единства российской нации и этнокультурного развития народов России получают жилье граждане, состоящие на отдельном квартирном учете в администрациях муниципальных образований Республики Крым. Енді яны елда ічкі районының үч қорантасы шахси квартираларының анықтарлар. Қырымда 5-ші бұтын Русия мөндеслік конкурсы башланды. Бұақта зиманевей мөндеслік юнелішілер тәсіл талаплар. Мевзусында кей мұтбуат конференциясында хабер әттілер. Финал Вернадский адына Қырым Федераль университетінде декабрінің 16-сындан 19-ына жекечірлейдек. Өз лекаларыны 300 конкурсан тақдим етек. Бұл Русия әлі оқу вертларында мөндеслік бойынша тәсіл алған студентлер ве аспирантлар олажақ. И сегодня начинается очный этап конкурса, на котором из этих вот 300 работ будут выбраны 23 самые лучшие по направлению подготовки. Потому что конкурс непосредственно представляет из себя 23 инженерных направления. В рамках каждого направления представлены лучшие работы. Ярышта Русияның 58 регионындан дүнияның 5 мемлекетінден, 5 девлет корпорациясындан ве 130 алей оқу йортындан бендензия дейін саныштыра кетті. Ғалиплер ішбіріджілерінен ілім везірі ве Русия Федерациясының алей тәсілінің векілерінен субет кечіреджеклер. Я думаю, что Крымский федеральный университет, в том числе после этого конкурса, запустит свою инженерную школу. И мы сейчас уже под нее подбираем, под эту инфраструктуру содержание. Қырымның 4 сәкені 300 000 рублейге яқын пара қырсызладылар. Полис қадимлері оларыны жинайт япқан ерінде тұттылар. Сақ районында қанын бозуджылары Илячхане, Тюкян ве Ишханены чайпаладылар. Олар пара весіқа вешіларын алдылар. Бұл рекетлерінің епсі геже юзберді. Иштракчілер да 26 дани айны болы жинайт япқанларында қыбатыны өз бойнын алдылар. Оларға қаршы жинай ішлер ашылды, жинайтшілер 6 елға жа азатлықтан марум етіле білелер. Ахмезжете Хатульмадама адлы интеллектуал турнир кечті. Тедбор енді 19-ші кересі Екуди Гегель адлы медени меркезінің тешебесі елі кечірілі. Бұл сене 35 команды штрагатта. Тәфсілетларыны Сұлтан Еси Такаева біле. Весь мир театр, но билеты на хороший спектакль достать очень тяжело. Я хочу всем-всем вам пожелать, чтобы в вашей жизни были только хорошие спектакли. Всем хорошей игры. Ахмеджетте бойлені сеатларнен вегаліп чықмақ тіреклерінен Хатульмадан адлы интеллектуаль турнир башланды. Бұл вақия Русиядекі театр елына бағышланды. Мы тоже решили не отставать, а посвятить этот год театру. Вообще мы каждый год меняем тему. В прошлом году, например, была тема транспорт. 35 тақым ақыл ұжымына азырлана. Не ерде, не вақыт адлы конкурсының бірінші турында білгірлер 10 сөзге жауап бермек керек. Спинки кресел комедийного театра Театру Ну в Барселоне
вмонтированы мониторы с видеокамерой и специальной программой. После установки такого устройства доходы администрации выросли, за что теперь платят зрители в этом театре. Миллерс ЭКСФР Адлатакам бу ярышта учинчи сефер иштирак этеви экинчи сефер учинчи ярна казана. Поскольку мы тут самые молодые, можно так сказать, то нам тяжело. Но мы стараемся, это весело, это точно приносит. Акыллар курешинде талебелер, студентлер ве джемаатчылар иштирак этелер. А судьи кто Адлатакам мунтазам шекльде отьку чыны сынап бака ве аджайып суалерге джевап бермеге тырыша. Очень интересное мероприятие, не имеющее аналогов в Крыму. И каждый год мы собираемся, чтобы поиграть в интеллектуальную игру, решить интересные вопросы. В этом году у нас чуть меньше, чем обычно, но тем не менее мы надеемся на высокий результат. Александр Стесин, Бельга Арттараджеви, уникаль суаллерна тазды. Обут Эдбарнын алы барыджысы. Бір елді вамында очок эдебиат оқуды мираклы фактлар ве аджайып сюжетлер қыдырды. Наша задача в такого рода турнирах – это не знать, в каком году что-то случилось. Мы все-таки надеемся, конечно, на какие-то базовые знания, которые дает школа. А основной упор мы даем на то, что участники так или иначе проявят логическую связь, услышат, как-то проассоциируют, найдут какую-то связь и поэтому придут к правильному ответу. Ярыш яшларнын интеллектуаль имканларына инкишаф эттире ве милетлер ара муабетлигыны куветлештире. Уч турда эң яхшы нәтиже көрсөтүлгөн такымларны кыйметле бакшышлар менен тагдирледилер. Султан Истакаева, Рафаэль Вахидов, Миллет үчүн. Ахмеджите, ради будущего, Дегин Ичтимели Ханан, Радуга Талантов, Адлаха Реакция Кечта, Тетпардес, Ахлах Джиеттен, Имкен Ларасан, Арлоулган, Баллар и Штракет Таляр. Я шести датларнан Ир Борасан, Ада Озу, Сталахнан, Умайшата, Байраму Сафарлер и Чун, Храмнан Ингиахша, Коллектив Лерычек, Ашта Булундалар, Мевзунан, Девам Обазам, Лев Хамазда. Барлах декорациялар ве сарсылмас рух кучу. Санада фериде зердеве охусу син кишаф еткен балалар үчін хайри акциясында иштирак етті. Кыз үчін сана екінші евдір догма церебраль паралич хасталығындан азап чекені себебінден кыз юрмектен эвел ерлап башланды. Мне нравится петь, я этим живу. И, ну, и другим деткам, таких как я, хочу показать пример, что не надо падать духом. Потому что когда падаешь духом, еще хуже становится. Ахмеджитте кечерелген радуга талантов хайри акциясы ради будущего Адлы Чтимаи Лейханын бір қысмыдыр. Профсоюзлар мединиет сарайның қырышы адысында әгленде программасы тешкел етілді мастер-класслар ве Амели Суслю санат сергелері кечерелді. Акциянын мақсады ижади фаалиетте иштирак ету вастасынын хусуси шекилде инкишаф эткен балалар үчүн лайык шарайтлер яратмактыр. К нам сегодня в гости приехали интернаты, многодетные, дети, которые не имеют своих родителей. Мы всех должны окружать любовью и заботой. И мы очень рады, что откликаются такие дети и семьи. И мы сегодня с любовью их встречаем. Интерактив ойынлар, мираклы шоу-программалар, ренклер, кеймлер, векырымнын ен яхшы ижади коллективлерінін шықышлары. Балалар үчін ахихи байрам тешкел етілді. Ойле етіп, тедбірнің тешкелетчылары джематны, диқатны, бойле балычықларының меселелеріне джелпетте. Элмас Аблакимова, Севиле Миметова, Рафаэль Вахидов, Миллет үчін. Кезлевде елбаш байрамнын баш қарманы сечелді. Балашев аханесінде Санта-Клаус ратлана мейданда аяз деде. Адлы фестиваль кечті. Елбаш байрамы мөйтіне мұхбірлеріміз далды ве ақығы аяз деде насыл олмақ керекліге ақында тариф етмеге азырлар. Санта-Клаус ратлана мейданда аяз деде адлы фестиваль адетінде Кезлевнің меркези соқықларындағы юрушнен башланды. Байрам парадына фестивалінің эпсі коллектив іштіракчілері чықтылар, парлақ кеймлерде масал қараманлары ролерінде олар эпсі баш қараман аяз деденің ярдымчылары олалар. Радовать людей, счастливым всегда, показывать улыбку. Это посох Деда Мороза. Он, ну как,
Да. Он обладает какими-то магическими качествами? Конечно. Что делает? Оно приносит снег. Бусене Ачех фестиваль 15 жылық юбилейны қайдете елбаш конкурсының анинелеріне қол тұтмақ үшін бұтын ярмададан 8 коллектив топланды. 15-й раз Дед Мороз из всего Крыма собираются к нам на соревнования, что потом празднично и весело встретить Новый год. Байрам Юруша Ашхмадан Иса Санага кечті. Эр чықышқа жюри азалары қаймет кеселер. Жюри азалары арасында олған Николай Барский бір вақтлары озы де бұл фестивальде аяз деде олғанна итраф еті. У меня была программа целая, команда. Мы, я неоднократный победитель этого фестиваля. Елбаш байрамның баш қараманына қиымет кесмек үшін башта бір парлақ образ ве артист ұсталығында диққат айрылам. Кез Лев коллективы фестивалінде ән яш аяз дедіні тақдим етті. 13 яшлы Арсений Боле рөлде озыны емін дуя. 13 лет такие большие обязанности на своих плечах. Как с ними справляешься? Ну, хорошо справляюсь, мне получается. Фестиваль нәтижелері бойынша ән яқшы қар қызыны да сечеджеклер. Оқырымның аяз дедесінен бері берлікте ярымаданың ән эссас нарат тереклерінде ярық яқажақ. Наджей Сайвер, Сан Минаев, Ирвин Эмиралиев, Милет үчін. Ахмезжете нарад базарлары ачылды. Момент шерде 30-дан зияде тиджарет объекты чылыша. Оларны парлақ илян ве яшыл қорадан танымаға мүмкін. Бұл чам тереклері ве нарадлар сатылвы рухсет ителген ноқталардар. Рухсет берілмеген ноқталарны тапмақ үчін шер мемуреті еш алып барачақ. На ежедневной основе дополнительно будут привлечены сотрудники Министерства внутренних дел. Будут отрабатываться все торговые объекты, которые заключили договора с администрацией на предмет соблюдения правил торговли, а также будут выявляться и составляться административные протоколы на незаконные торговые объекты. Победа джадесінде юзден зияде арды чотуртылды. Бұл ақты Ахмезжет мемуретінің матбуат қызметі хабиратта. Ишлер келеджек авта дева мэттірлейджек, шернада онларджи инея прақлы терек яраштыраджақ. Общее количество можжевелов, завезенное нам с питомника в село Медведовка, которое находится в Джанкойском районе, можжевельник этот полностью адаптирован к нашей среде, выращенный под открытым солнцем, скажем так, поэтому ничего ему не угрожает. Ахмезжете регионал Булгар джемиетінің 25 жылығы қайдатылды. Тедбірде Милли Сөзсіз Анат Усталарының ішілері ве джади коллективлерінің концерт программасы тағзым етілді. Булгар тешкілятының тарихы Қанданев, Бетекелев, Хамас. Үрделі алғышларын Қырым татар театрының санасында Мария Семечкі чықа. Оқырымда Бұлғарының яшайышы ақында Түркі ерлай. Бұйерде Бұлғарының мили медени мұқтариеті яратылғанын 25 жылығы ғайт етіле. За эти 25 лет много чего поменялось. У нас есть издание газеты, называется «Извор», в переводе «Источник». Также у нас есть много выпущенных книг. Вот буквально вот последняя книга в этом году была «Болгары Крыма. Возвращение к истокам». А также очень много книг были написаны за все эти годы. Ресми мәліматқа көре, бүгін Қырымда 2000-ге яқын Бұлғар яшай. На данный момент у нас есть болгарский культурный центр «Извор». Его в свое время открывал вице-президент Болгарии Ангел Марин. Специально к нам приезжал в 2007 году. Байрамнан мусафирлері огінде ярамаданнан ен яхшы 13 коллективы чықышта болынды. Диаспорнан векелеріні қайрламақы чын дегер мейлі джемиетлерінің азалары ве Қырым акимиетінің векелері келділер. Юбилей шерифінде Девлет Милетлер Ара комитетінің рейсі Альберт Кангиев, джемиет реберіне Ивана Бажерге қатыра бақшышы едеттім. Я хочу вручить вам эти часы. Здесь логотип 25 лет автономии. Обратите внимание. Дом дружбы народа. Ваш фонд имени вашего. Я хочу пожелать, чтобы эти часы никогда не останавливались ни для вас, ни для вашей автономии. То, что на сцене Крымско-Татарского театра академического звучат болгарские песни, это самый главный пример того, что в Крыму сегодня существует мир, гармония в взаимоотношениях между национальностями, проживающими в Крыму. Бұйылар девамында Қырым бұлғарлары епсі милетлер ара тедбірлерінің фаали ширакчилері еділер. Ирйыл мединиет күнлері кечірілді, олар бұлғар көрішівлері адлы халқара фестиваль дережесіне көтерілді. Тешкелет үшін эсас ше бұлғар мединиеті ве тілінің ғайдырған тікленулево ве рахбетлештірулево. Дарыл Масаблакимова, Севелі Меметов, Рафаэль Вахидов, Милет үшін.
Ахмезете пауэрлифтинг бойынша Кубок Олимпа атлы ашық турнир кечірілді. Ярыш Ермаданың чешіт регионларындан онлар де штракчыны топлады. Тәжірибелі спортшылардан ғайра вескерлар да келділер. Турнирнің нәтижелері ве ең күчлі спортшы кім олған ақында Бозым Невбет Екелев қамыздан болерсіңіз. Бірінші ынтылу ве ең яқшы нәтиже 200 кило пауэрлифтинг бойынша Кубок Олимпа адлы ачық турнирінде Ақярдан келген Алексей Назаренко жымлежа интизамы бойынша яқшы нәтиже көстерді. Сегодня решил приехать сюда, в Симферополь, посмотреть свои силы. В категории при весе 76 килограмм, пожалуй, 200 килограмм. Борьба разгорается. Сейчас посмотрим, сколько будут жать тяжеловеса. От этого будет зависеть абсолютно первое место. Иркушелернен бирабир кадынларда ось кучлерына костерелер. Олеся Стефановичен де пауэрлифтингнен икінчі ел оғраша не ічін бұ спорт чешітіні сечтің деген суальге чоқ тұшынып отурмай бірден кучле олмақ ічін дей. Для меня важно было доказать себе в первую очередь, что я это могу сделать. Хотя многие утверждают, что это совершенно не женский вид спорта. Тут я могу поспорить, что пауэрлифтинг нас делают не только красивыми, но и сильными одновременно. Ярыш мевсымы енді екінлене ята, амма турнирнің тешкелетчылары тәжірибелі ве авескер спортчыларының бұйық тақымыны топлап олдылар. Соревнования проходят по двум дисциплинам. Это жим штанги лежа и становая тяга. Это все идет в классическом исполнении без применения специальной гибировки. Вот, соревнования среди мужчин, среди женщин и среди юношей и девушек до 18 лет. Турнирнің эсас мақсады Қырымда яшлар арасында спортны популярлаштырмақ, спортшылар үшін ісе буяны рекордлар қоймақ имкәнідір. Ғаліплерге медалер ең күчлі спортшыға есек Олимп Кубогы енді олар кележек ярышларға азырлықлар көрежеклер. Султан Истакаева, Рафаэль Вахидов, Миллет үшін. Сондықыда қаға бұл қаберлерінің епсейді. Реклама бөлігінден соң авары ретіні қачырманас қайырлақшымлар.